Хорошо! Хорошо! Под руку туда, Артём! Под руку! Стоп! 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 Фак! Стоп! 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 Хорошо! Огород! Огород! Да, делай, север-юг, тазом вперед сыграй. Давай! Как твои пацаны сегодня? Ничего, неплохо. В принципе, все почти в медалях. Три бронзы, ну бронзы такие нормальные, по 10, по 15 человек весе. И одно серебро. Все здорово. Ну и медали маленькие какие-то. Ну для детей всегда такие. Да. А у взрослых больше было? Конечно. Класс. Было у меня 3 схватки в весе, 3 схватки в абсолютке. То есть ты уводишь из Москвы 2 золота? Да. Организация очень хорошая, соревнования тоже, в принципе, хорошие. И все очень круто, все масштабно и... Все очень интересно. Да, хорошая организация, ну, понравилось все, то есть большие средства вкладываются в этот турнир. Будем стараться приезжать еще, то есть с более численной командой. Мир есть мир. Очень, конечно, удивило то, что большое количество черных поясов в судьях, вот, и сам основной, там, 90% все бразильцы. Ну, конечно, очень круто. 4 чемпиона, 4 вторых и 7 или 8 третьих. Нормально. Как обычно, все с медалями? Все. Еще ждем парочку, да? Еще не отборолись, еще ждем. У вас как? У нас тоже неплохо, тоже медали, золото, серебро, еще ждем бороться. Судить человека 100 баксов. Сделай так, чтобы он сдался, 700. Пожалуйста. Юра, ну что, израильтянина как? Досрочно оторвал голову. Ну что, чемпион мира? Да. Или России? А это чемпионат мира? Или... Да. Значит, чемпион мира. А ты против кого боролся-то? Против ребят, в основном все килограмм на 20 побольше, чем я были. И все из Рибейра. Три схваточки. И все из русского Рибейра? Из русского Рибейра. Значит, это чемпионат России? Чемпионат России, да. Да, странно. Ты, короче, стал чемпионом России на чемпионате мира. Да, да. Ну, тоже неплохо, потому что чемпионом России я тоже не был. Поздравляю. Да, спасибо. Павел, как настрой на завтра? Настрой хороший, просьба не разглашать информацию для меня, с кем я борюсь. То, что ты не смотрел? Случайно. Ну, я, да, не смотрел. Я посмотрел время, мне ребята сказали время, когда я выступаю. Вот, и в этот раз решил не смотреть участников. Толково. Ксюша немножко охереваем от размеров настоящих мужчин. Да. Короче, мужчина начинается со 100 килограммов. Я думаю, больше, там, 150. Ну, начинается со 100, а здесь, блядь, 180. Не, больше. То есть это мужчина уже не начатый, это ближе к концу. Я бронзовый призер в начале соревновательного дня, не выходя на ковер. Ну, тут честные, видишь? Ну подождите, тебя же могут просто дисквалифицировать, то есть тебя взять, ну что-нибудь сейчас мы тебе подставим, и тебя просто выдворят отсюда. Какие ставки на Морозова? Какие? Марат, да, если он возьмет ногу, Марат, то... нет, а он ее берет. Стой сверху, оставайся. Да, все хорошо. Все, как я и предсказывал, да. Да, он правил не знает. Да, поэтому он забирает ноги, делает так. Мороз, все ахиллом затянул? Нет. А, нет? А, ну, а что ты не ахилл? Рычаг локтя сделал. А, еще рычаг был? То есть ты знаешь два приема? Еще знаю
Свип. Леонид, а абсолютка будет? Абсолютка у меня не будет.